Ну, я мыслю, скажем так, жанр своего текста как историческое эссе, где я принял такой исторический обзор отечественного кинематографа, вот, обозначенного периода, и попытался понять, что действительно происходило в этом важнейшем из искусств, самым массовым из искусств, самым охватным из искусств, связанное с тем, что действительно, когда пришла новая власть после 1917 года, то на это искусство возлагались те надежды и те задачи одновременно, какие возлагались на газеты, на фотографию, на вот целый ряд таких массовых форм, форм воздействия на массовое сознание. И для меня было очень важно разобраться с такими, в общем-то, ну, важными вещами, как действительно, вот как из этой пропагандистской формы, которую кино обрело в первые годы советской власти, оно попыталось выйти на действительно какие-то очень глубокие содержательные вещи. И важным здесь для меня было, собственно говоря, то, что я вот изучаю документы, изучаю действительно какие-то директивы, постановления новой власти, когда она пришла, собственно, к власти, о кино, об искусстве, я обнаружил, что, в общем-то, первые два года, с 17 по 19 годы, у большевиков не было никаких серьезных документов, связанных с искусством. Собственно, то, что мы знаем, в том числе вот эти все, значит, документы, озвучивающие отношения Ленина, отношения Луначарского, это действительно понимание того, что кино можно использовать как форму массового воздействия, да, проблема неграмотности, проблема ликвидации неграмотности, действительно, плакаты, фотографии, визуальности кино — это самые главные, в общем-то, вещи в искусстве. И надо сказать, что, в общем-то, и дальше большевики не пытались определиться вообще в отношении искусства. Есть разные воспоминания, разные какие-то тексты очень важные. Да, вот недавно я перечитывал воспоминания художника графика Юрия Анненкова, который общался лично и с Лениным, и с Луначарским, и через своих родителей был близок с этими людьми. Там действительно, собственно, у новой власти желание искусству придать тот статус, то значение, которым оно обладало до 17 года, у них вот этого желания особого и нет. То есть они действительно не только сейчас, не только первые годы новой власти, но и в перспективе, собственно, видели в искусстве вот эти пропагандистские формы, пропагандистские посылы, и никаких других задач для него не ставили. И тем не менее, да, мы знаем, что прекрасно понимаем, что до 17 года существовала, конечно, вот эта мощная духовная традиция, которая для нас главным образом связана, конечно, с, я имею в виду, если мы говорим о светском искусстве, с русской литературой 19 века, да, где действительно вот через светские формы, через светские сюжеты мы, собственно, наблюдаем те бездны, которые разворачиваются в человеке, в человеческой душе, да, и мы понимаем, что здесь, собственно, перед нами встают вечные вопросы, главные вопросы, вопросы мироздания и вопросы о Создателе. И вот интересно, собственно, задуматься о том, как, преодолевая какие-то вот эти пропагандистские формы и уже дальше продолжая какую-то свою такую инерционную работу в форме такого пропагандистского медиума, как кино, собственно, пытается действительно говорить о более вечных, более насущных темах, и действительно это с определенной сложностью, но получается. Да, вот здесь уже говорили совершенно справедливо о том, что в советской литературе, когда появляется социалистический реализм, появляется вот этот образ героя-подвижника, героя, стремящегося к правде, стремящегося к идеалам, жертвующего комфортом, жертвующим собой. И, в общем, мы этих героев довольно быстро обнаруживаем в советском кино 30-х годов. И вот такой кино, такой герой, извините, несмотря на то, что он как бы большевик, он там может быть какой-то там, даже там какой-то и партийный лидер, тем не менее он действительно несет в себе эти черты. Ну, я вот назову просто несколько примеров. Это Петр Шахов в картине «Великий гражданин», прообразом которого является Сергей Киров, но, конечно, тут
фигура немножко условная, да, он не копирует полностью Кирова. Это Александр Соколов в картине «Член правительства», это Александр Басов в картине «Танкер Дербент». И вот эта традиция, эта линия героев, она в кино продолжается уже в кино последующих десятилетий. Это Огнев в картине «Фронт братьев Васильевых», это Егор Лутонин в «Испытании верности» Пылева, это ряд других тоже героев. Интересно, что кино обращается и к классике, обращается к литературе. И в 1936 году, например, появляется картина Александра Ивановского «Дубровский», где роль Дубровского блестяще играет артист Ливанов. И, собственно, здесь перед нами тоже вот такой человек, который пытается установить справедливость. И вот в этом сюжете, в этой своей борьбе он является неким гарантом такой вот справедливости и правды как некой высшей ценности. Очень интересный по-своему период 40-х годов, где, как мы с вами знаем, конечно, основной корпус фильмов, это фильмы, связанные с войной, даже уже в послевоенные годы. Кино все равно в своем как бы, таком большинстве, а там наступает, кстати, период мало картинок, когда фильмов появляется мало, и вот, собственно, во второй половине 40-х годов все равно кино касается темы войны. И освещение войны, отражение войны тоже в этом смысле довольно интересно, потому что здесь появляется, конечно, такой образ героя, подвижника, героя-жертвы. И вот эта жертвенность, она очень нередко, хотя нельзя сказать, что часто, она обрамляется какими-то интересными режиссерскими художественными построениями, какими-то образами, какими-то ассоциациями, вызывающими у нас тоже такую вот необходимость ассоциировать это все. Ну, для меня самый, наверное, такой яркий, в общем-то, это один из самых известных военных фильмов, фильм, который появился как раз в очень такой серьезный и трагичный момент в 42-43 годы. Мы все знаем, это период, когда враг продолжает наступать, перелома в войне пока не наступило, когда это произойдет, никто не знает, население гибнет массово. И, собственно, уже вот такого ироничного и даже карикатурного представления врага, как это было в боевых киносборниках, невозможно. Появляется картина Марка Донского «Радуга», где мы видим и героиню Наталью Ужви, Алену Костюк, в таком, конечно, вот образе, близком к образу Богородицы. И очень интересно, как, собственно, вот эта крестьянская жизнь, это украинское село, где которые захватили фашисты, и куда приходит вот эта женщина рожать ребенка, как это все обставляется такими очень интересными образными вкраплениями. Например, казнь мальчика, который пытается передать ей, где ее держат в хлеву хлеб, вот она показана как... Сейчас я заканчиваю, да. Она показана... Я сейчас уйду от конкретики, я так немножко ее увлекся, да. Вот как погребение тела. Да, мы видим даже, в общем, это все в таких ренессансных ракурсах, как мы могли видеть в ренессансных картинах тела Христа, готового к погребению. И, ну, и так далее. Да, я сейчас не буду останавливаться, действительно, просто нужно вот внимательно этот фильм смотреть. Вот, с одной стороны, кино – это очень такое грубое, очень зримое искусство, с другой стороны, часто оно заставляет нас относиться к себе внимательно, вдумчиво, да, и даже самые его, в общем-то, вот такие массовые фильмы и массовые жанры, они нас к такой деятельности призывают. И, конечно, совершенно другая ситуация уже в 50-е годы, это происходит еще даже до 20-го съезда, несколько раньше, потому что просто в кино приходит другое поколение, поколение людей, либо переживших войну детьми, либо это люди молодые, молодым прошедшими войну, и вот они приходят к кинематографу уже с каким-то своим багажом, со своим, может быть, таким трагическим видением действительности. И здесь вот эта попытка гармонизировать мир, попытка мир увидеть как действительно некое цельное, некое законченное, гармоничное Божие творение, оно нам, эта попытка и попытки, вернее, они нам явлены, конечно, в целом ряде фильмов. Здесь и фильмы Тарковского, и фильмы Хуциева, и даже ранний Чухрай, и так далее, и так далее. Да, здесь большой очень ряд режиссеров, и Кулижанов, и Калик, и так далее.
И надо сказать, что действительно, да, вот эта тема, она очень интересна, потому что понятно, что кино, которое было постоянно подцензурно, кино, которое отражало идеологию, все эти очень такие громоздкие производственные условия, в которых существовало советское кино, киностудии, худсоветы, редакторские советы, редакторы, которые прикреплялись к каждой отдельной картине. Тем не менее, вот чем дальше, и если брать уже следующий период, может быть, даже более интересный период 60-х и 70-х годов, когда возникает феномен авторского кино, то здесь вот мы видим действительно вот эту уже способность режиссера-автора давать более явные какие-то ассоциации, более явные образы. И понятно, что вот, собственно, самое главное, да, чем характеризуется отечественная культура на протяжении нескольких столетий, вот эта попытка действительно увидеть основания бытия, как-то их закрепить, как-то их отразить, собственно, в образах непосредственных самого этого бытия, она имеет место быть. Спасибо. Ряд авторов исчерпан. Как мы поступим? Есть еще как бы у нас рецензенты, которые как бы специально приглашены были, да, участвовать в дискуссии. Вот в частности один из рецензентов сейчас вошла. Это Галина Викторовна Скотникова. Вы как раз вовремя вошли. Давайте я начну. Давайте я начну. Я хочу сказать авторам сборника, что я постоянный сотрудник Русско-христианской гуманитарной академии и веду вот эти наши посиделки, прошу прощения, и беру на себя смелость сказать о чрезвычайно большом, чрезвычайно положительном впечатлении от того, как здесь было подано содержание этих томов. Все это очень прекрасно. И тут у меня возникло такое соображение. Некоторые из выступавших здесь, говоря о революции 17-го года, не стеснялись говорить о катастрофе. Мне кажется, что этот термин применительно к революции слишком однозначен и потому неверен. Что значит катастрофа? Что было катастрофой? Катастрофой было государственное устройство самодержавной России, и катастрофой была культура, выросшая на русской истории. Катастрофой была культура во всех отношениях, от культуры, допустим, церковного пения до культуры управленческой, от нравственной культуры до культуры архитектурного строительства. Это верно. Вот это было действительно катастрофой, но носитель, субъект истории, народ остался. В революции победил плебс. Народные массы. И эти народные массы, возвышаясь, создали то самое сокровище, о котором сейчас говорили наши авторы. Он-то как раз в условиях уродливой партийно-бюрократической диктатуры сумел возвыситься до тех культурных высот, о которых мы сейчас говорили. Обманули ли их большевики, этот плебс? Да, обманули. Но им нравилось быть обманутыми. Народу нравилось быть обманутым. А обманываясь относительно большевиков, он обманывал и самих большевиков. Поэтому я заканчиваю. В истории осуществляется не лучшее, а возможное. В истории России осуществилось возможное, что было создано жизнью масс и их
ожиданиями. И неча в этом случае на зеркало пенять. И мне кажется, что когда будет такая катастрофа, такой подход, не только катастрофа, а другое, прорыв через геологический переворот. Перевернули старую культуру, ушла она куда-то вниз. Прорыв через геологический поворот снова к вершинам духовности, то это только облегчит задачу авторов сборника. Спасибо. Галина Викторовна. Можно я потом? Потом. Игорь Иванович. Игорь Иванович. Александр Александрович немножко облегчил мою задачу, потому что я тоже немножко более критично буду говорить по отношению к сборнику, чем сами авторы. Хотя я тоже автор, да, я в одной из работ для следующего тома написал, да, посвященный Тарковскому его религиозному учению. Ну, я читал во втором томе только раздел, посвященный поэзии и прозе, поэтому буду говорить только о нем, остальное, к сожалению, не успел прочитать. И прежде всего хочу сказать, что, конечно, я преклоняюсь перед профессионализмом автора, да, как человек, который сам занимается анализом русской литературы 19-20 века и русской философии, соответственно, которая в единстве находится, как мы знаем, да, я, конечно, безусловно признаю абсолютный профессионализм авторов, великолепные анализы, да, и, безусловно, чрезвычайно правильная, благородная и нужная задача, да, показать, что вся русская литература, вся пронизана христианством, безусловно, да, на христианских основаниях стоит, и без него просто невозможно, да, это задача, безусловно, как бы правильная, я ее разделяю. Но теперь вот последний вопрос и последний акцент, который я в этих статьях, ну, я имею в виду прежде всего статьи, посвященные Пастернаку, Цветаевой, Платонову, Булгакову, еще кому-то сейчас не помню, ну, вот классикам нашим, да, известнейшим русским поэтам, прозаикам, да, авторы статей, великолепно, повторю, профессионально проанализировав содержание, да, и показав христианские мотивы, одновременно оценки выносят, да, и оценки, кстати, вполне правильные, да, то есть я с ними тоже согласен, да, что то христианство, которое несут эти великие люди нашей литературы, оно не то, да, оно не православное, да, оно гностическое, или там хуже даже у Булгакова это вот. Там демонизм даже, как вот Юлия Борисовна сейчас прямо сказала, да. Ну вот здесь я как тоже, как исследователь русской литературы, русской философии, задаю себе вопрос, и вам задаю вопрос, да. Ну хорошо, вот берем величайших писателей, поэтов русской истории 19-20 века. Почему так странно получается, что практически все, ну все, да, уверенно говорю, да, величайшие персонажи, они, у них не то христианство. А вот нам тут коллега пытается привести тех, которые соответствуют тому христианству, которое он считает православным. Да? И вы знаете, что кроме Шмелева вообще вроде как и некого назвать. Даже я думаю, Лесков не вполне туда попадет, хотя иногда Лескова еще упоминают. Да? Ну, вообще-то мы считаем, что великие писатели национальные, да, они это предстоятели перед Богом. Да, я вот всегда так считаю, да, и считал. Да? Если они перед Богом предстоят, так почему бы им не поверить нам, им? Да? Почему, кому мы должны верить? Им или, извините, какой-то средневековой догматике, которая вот там еще Соловьев в 1891 говорил, да, об упадке средневекового христианства, да, вот это догматическое, церковное, храмовое христианство, но это средние века, это нас продолжает в средние века, значит, те, кто предлагает, что вот в России оно должно господствовать, зовут, да, но мы не в средних веках живем. Да, и повторю свой вопрос, да, если величайшие русские писатели, поэты нам как бы дают это безусловно христианское учение, да, безусловно христианский взгляд на мир, да, почему мы его не верим? Ну, я верю, я доверю как раз, да, коллеги, почему не поверить, да, и тогда не задумываться, а все-таки какое христианство? Тем более, это не только наши поэты и писатели, это даже и уже библеистика про это выпьет, что называется, современная, да, о том, что христианство-то оно разное, да,
и православное христианство, это одна из ветвей христианского учения. Да, и отличие его только в том, и вот, собственно, вот этот вопрос возникает, почему так мало по-настоящему православных писателей, если они есть, если кого-то можно указать. Но это второразрядные какие-то писатели, которые никакого читательского интереса пока не вызывают, исследовательского, да. Так, а просто все потому, что если мы возьмем вот эту парадигму православного, ну и шире даже церковно-исторического учения, неважно даже какого, и в католицизме, в протестантизме то же самое, да, в церковном христианстве, которое в истории развивалось, это же претензия на абсолютную истину. Да? Это учение, которое предлагает нам абсолютную истину. В ней нельзя сомневаться, ее надо принимать. При чем тут тогда литература, при чем тут тогда искусство, при чем тут тогда культура? Культура учит нас всему сомневаться. Мы живем в непредсказуемом, бесконечном, богатом мире. Мы сами бесконечны, мы непредсказуемы. Да? И вот подлинная литература, она говорит о бесконечности, непредсказуемости, непознаваемости человека и Бога. Она всегда христианская, она всегда религиозная. Но это другое христианство, это открытое христианство, которое куда-то нас зовет, предлагает себя познать глубже. А не предлагает вот так ты должен о себе думать, и ни шагу в сторону, что называется, да. Ну, и повторю, если мы не верим нашим великим литераторам, тем же Пастернаку, Булгакову, Платонову, да, которые нам вот это христианство подлинно открытое предлагают, то же самое Тарковский, моя статья именно этому посвящена. Тарковский, кстати, из тех, кто даже пытался теоретизировать на эту тему, да, но в дневнике своем, где он прямо пишет, да, пытаясь свои религиозные взгляды обозначить, что вот как бы размышляя о Боге, я прихожу к выводу, что Бог – это неведомое. Гениально выражено. Вот это по-настоящему, это точка зрения русской культуры на протяжении ее вот последних двух столетий. Да, Бог – это непонятное, непредсказуемое, неведомое. И какая тут догматика? Какое тут абсолютное учение, абсолютная истина? Да? Вот писатели и художники по-настоящему вот эту бесконечность Бога и человека определяют, пытаются увидеть, да? И никогда, наверное, до конца не увидит. Вот это открытое, повторю, христианство. А как бы по сути получается, что вот авторы сборника, да, они такую коллективную некую позицию представляют. Ну, по крайней мере, вот я имею в виду именно эти статьи, там, посвященные Пастернаку, Цветаеву, Заболоцкому, Платонову, да, те, которые я вот сейчас помню, да, что вот это как бы не та литература, с которой, по сути, даже, получается, бороться надо. Ну, к счастью, эта борьба, она вполне корректная. То есть, конечно, я повторю, это профессиональный разговор, это мы, конечно, можем спорить, надеюсь, да, это не борьба там какая-то цензурная. Но, по сути, получается, что одна из тенденций сборника, очень четко выраженная, да, это борьба русского православия с русской литературой. Да, и она продолжается как минимум полтора столетия, да, вот, ну, я не знаю, там, с письма Леонтьева, о наших розовых христианах, там, о Достоевском и Толстом он пишет. Ну вот эта традиция продолжается. Ну, надо ли бороться с нашей литературой? Да? При том, что профессионально, повторю, профессионально анализируются тексты. Да? Ну и заключение все-таки о том, какое настоящее христианство. Ну, здесь я могу сослаться на то, что в каком-то смысле я профессионально уже могу это судить, потому что написал недавно монографию, которая посвящена истокам христианства, раннему христианству. И как человек, который хорошо изучил за последние два года раннехристианские тексты, я могу уверенно говорить, раннее христианство совсем не такое, каковым оно представлено в православном католическом учении. Да? В 20 веке библеистика, к счастью, уже пришла к пониманию того, что исходно христианство было совсем другое. Оно стало таким в 4 веке, да, став государственной религией. Да, это искаженное христианство. Да, я свою монографию так и назвал. Неискаженное христианство и его первоисточники. Да. Вот я пишу о том неискаженном христианстве, которое на самом деле все великие философы, все великие литераторы, не только русской истории, европейской истории, пытались найти. Потому что, еще раз повторю, без христианства невозможна европейская философия, невозможна европейская литература. Тем более невозможна ни русская философия, ни русская литература. И все русские, великие русские философы, русские литераторы последних полутора, как минимум, столетий, они в конце концов к этому исходному, настоящему, неискаженному христианству приходили. Да? Но вот давайте об этом говорить, давайте это обсуждать. Это, по крайней мере, точка зрения, которая абсолютно обоснована, имеет веские основания не только в истории нашей литературы, но и в истории самих текстов христианских. Да?
Поинтересуйтесь этими текстами, да, поинтересуйтесь современной библеистикой, которая показывает, что все не так просто, да, как кажется, вот с точки зрения этой абсолютной православной истины. Спасибо. Спасибо. Анатолий Дмитриевич. Да, ну хотелось бы как. Да, здравствуйте, Александр Сергеевич. Не узнал. Не узнал, да. Ну, значит, кто-то. Анатолий Ильич Степанов, главный редактор портала «Русская народная линия». Ну, хотелось бы, конечно, так сказать, полемизировать с предыдущим выступающим, но я этого делать не буду. Скажу только, что, на мой взгляд, это взгляд со стороны на православие. Это не изнутри, а со стороны. Это взгляд, так сказать, который ставит религию как некую форму общественного сознания наряду с литературой, там, с философией и так далее. Это взгляд, ну, который не будет принят людьми церковными, людьми верующими, сколько бы ни обращаться к текстам, там, к интерпретации текстов и так далее. Догматика есть, без догматики церковь не существует. Вот. И философы, конечно, могут помочь людям церковным, православным понять историю формирования корпуса религиозных взглядов. Но это абсолютно никакого толку для православного человека не имеет, потому что настоящее богословие – это церковное богословие. А если человек не церковный, если человек смотрит со стороны на православие, то это, в общем-то, сказать, никакого значения для, конечно, церковности, для религиозного сознания не имеет. Это нечто внешнее, это внешнее рассуждение людей, которые где-то извне стараются интерпретировать некие религиозные тексты. Но я хотел бы сказать о том, что мы сегодня обсуждаем, прежде всего. Вот, на мой взгляд, это вообще великое дело, вот, которое предпринято вот, Александром Леонидовичем и коллегами его, потому что это, на мой взгляд, самая главная сегодня задача. Это вот задача сформулировать понимание советского прошлого. Вот. Мы сейчас, наше национальное сознание колеблется между антисоветизмом и советизмом. Вот продолжает колебаться, и сегодня в политической сфере это особенно остро ощущается, когда, так сказать, среди молодежи достаточно распространенным являются такие идеи в духе там, СССР 2.0, так сказать, некий неосоветизм, да, необольшевизм, национал-большевизм, какие-то вот, так сказать, идеи. И это очень тревожное явление. Вот. С другой стороны, продолжается такой, так сказать, безудержный антисоветизм, который предлагает нам смотреть на советское прошлое как некую дыру, как некий провал в нашей истории. И вот эта книга, на мой взгляд, вот как я это понял, я не читал, к сожалению, только вот сегодня слушал, так сказать, выступающих, что это как раз вот попытка преодолеть вот эту вот дихотомию, дурную дихотомию, которая ведет нас к новой революции, к новому разделению, к новому противостоянию внутри общества, что это попытка как раз понять преемственность и неразрывность нашей истории, преемственность смыслов нашей истории. А я думаю, что это именно то и так и происходило, то и было, в общем-то. И вот что я для себя, так сказать, вот как бы такое открытие сделал, может быть, она такая достаточно тривиальная мысль, что искусство появляется, искусство всегда опережает общественную жизнь. Да, искусство всегда идет впереди. И вот революция, собственно, произошла не в 17-м году. Вот искусство, искусство революции 17-го года – это искусство дореволюционное на самом деле. Да? Вот это вот, так сказать, сатанизм, вот эти вот, это обращение к оккультизму, которое существовало в нашем, так сказать, замечательном, как, так сказать, принято считать, серебряном веке. Да? Вот оно же было тогда. И вот этот демонический большевизм, который выплеснулся или поднялся из этих глубин, так сказать, диких глубин национального характера нашего, он как раз был воспитан, так сказать, вот литературой дореволюционной. И поэтому вот то, что вот сейчас звучало, вот литература 50-х годов,
да, это обращение к гуманизму, вот Марк Николаевич сказал, обращение к правде, вот к этой, да, вот там, и сразу мне вспомнился Солженицын, жить не по лжи. Вот это как раз искусство, которое привело к распаду Советского Союза. Это искусство, которое отрицало смыслы надличностные. Это искусство, которое заставляло копаться внутри. Это искусство, которое обращалось к гуманизму, а не к великим идеям, которые гуманизм ставят, там, может быть, на последнее место. Да? Вот. И вот это уже, так сказать, пробивалось. Вот действительно, в 50-е годы это уже пробивалось. То есть закат Советского Союза был предопределен этим искусством 50-х-60-х годов. Вот очень интересное наблюдение сделал недавно скончавшийся наш мыслитель, я считаю, такой очень тонкий, глубокий Виктор Николаевич Тростников. Он сравнивал песню. Вот он говорил, послушайте песни 20-30-х годов. Да? Зачем едут люди? Они едут, их страна послала. Они едут выполнять великую миссию. И вот наши песни 50-х, 60-х годов, а я еду за туманом. Чего человек едет? Он убегает от реальности. У него нет этой миссии великой. Он, так сказать, едет, он убегает от себя, он убегает от реальности. Он фактически, это был фактически предопределен распад нашей страны, распад Советского Союза. Вот. И мне кажется, что вот это искусство позволяет лучше понять, глубже понять вот эти вот глубинные смыслы. И я думаю, что мы должны поблагодарить авторов этого сборника, которые взяли на себя вот этот великий труд по тому, чтобы понять вот те процессы, которые происходили в искусстве, а значит, происходили в душе нации. Спасибо. Вот у вас нет этой книжки, я ее вам даю. Спасибо, спасибо. Так, пожалуйста. Владимир. Да ну хорошо, я думал, что Галина Сергеевна. Она все просит позже и позже я. Ну хорошо. Следующая вы, Галина. Владимир Кузнецов, философ. Политехнический университет Петра Великого. И здесь кончается искусство, и дышит почва, и судьба. Конечно, эта книга, это философия культуры, безусловно. Это искусствоведение, но все-таки главное, на мой взгляд, вот главное достоинство этой книги, что здесь поставлены предельные вопросы. Здесь есть предельные основания бытия. В этом смысле это, безусловно, метафизика. Этим занимается философия. И советская эпоха, да, трагический великий 20 век в истории нашего Отечества. С одной стороны, был чудовищный разрыв, конечно, между русской православной традицией, русской имперской традицией, русским коммунизмом. Разрыв был чудовищным. Это очень ярко проявляется, например, если брать литературу, есть страшный рассказ из цикла «Канарми» Исаака Бабеля «Жизнеописание Павличенки Матвея Родионовича». Я очень коротко скажу, там герой рассказа, красный военачальник, красный генерал, он ногами затаптывается у бывшего барина. Там, конечно, там была серьезная обида, когда-то получил пощечину, это гордый человек, там, за жену Настю, там понятно, что-то было. Но вот он топчет в течение часа и объясняет, стрельбой многого взять нельзя, стрельбой многого не добьешься. То когда вот так вот бьешь, и сам жизнь узнаешь, и вот тот, кого бьешь, узнает это все. Да, вот, и вот здесь, конечно, это страшная ситуация. Это может быть пик ресентимента. Вот революцию можно понимать как ресентимент, безусловно. Но, с другой стороны, сам разрыв, это чудовищный разрыв, ведь диалектически это есть форма преемственности. И наряду с разрывом происходит все-таки трагически, но соединение. Но соединение в каком смысле? Это, кстати, тоже показано в книге. Вот что может объединить все-таки, скажем, казалось бы, непримиримых антагонистов, да, исторически, русское православие, русский коммунизм? Проект человека. Вот в русском православии идея духовного восхождения человека, духовного развития, достижения высшего уровня, абсолютного духовного достоинства, обожения. Человек как образ и подобие Бога. Образ дан, но подобие задано. В принципе, каждый может этот образ достичь. Мы все равны перед Богом, именно как люди. В русском коммунизме есть тоже идея высшего человеческого развития. Вот формулировка такая у классиков, да? Что такое коммунизм? Это идея
раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей в каждом человеке. Конечно, воплощение этой идеи осуществлялось через репрессивные практики, через вот эти чудовищные репрессии. Но все-таки были, в общем-то, и великие результаты, была великая победа, ее нельзя отрицать. А она состоялась потому, что вот уму, воле, талантам огромных масс людей был дан большой простор. Был дан большой простор, и вот этот чудовищный Третий Рейх, как Александр Леонидович определяет, оккультная метафизика Третьего Рейха, да, она была побеждена нашей страной, и здесь почему стала святой Красная Звезда? Под ней как скрыто высиял православный крест. И возможность вот этого синтеза, она исторически, конечно, была, она проявилась в войну, вот сопряжение эпох, скажем, императорской России, советской. Русская церковь очень мощно поддержала коммунистическую империю, очень мощно. Вот этот патриотический порыв, духовная организация народа, духовная помощь, необыкновенно велика была роль, и Сталин его все-таки понял и как-то, в общем-то, прекратил на тот момент репрессии. Они были продолжены потом уже Хрущевым. И синтез реально все-таки состоялся в каких-то других случаях, да, допустим, это Италия, туда приходили католики, да, к партизанам, и вместе сражались с врагом, и сами становились коммунистами, то есть концептуального синтеза там не было, но политически он был, и теология освобождения, это Фидель Кастро, это Рауль Кастро, там священник ведет за собой с Марксом и с Евангелием, и, конечно, вот сейчас это тоже одна из очень больших и серьезных проблем, возможность сопряжения вот этих исторических периодов. У нас одна история, возможность преодоления этого разрыва. И книга еще, конечно, очень ценна тем, что здесь вот именно представлена наряду со... Вот сейчас есть, безусловно, конечно, есть стратегии негативной сборки, да, собирания, скажем. Всех объединяет страх, вот, чудовищной войны, термоядерной, глобальных, каких-то иных экологических катастроф, террора, конечно, да, вот уголовной преступности. Нам крайне нужны стратегии позитивной сборки. Это любовь, это добро, это правда. Вот эта русская духовная традиция. Традиция как раз предполагает по своей сути не просто передачу, но передачу именно лучшего, самого великого, самого достойного, что было в русской духовности и было в русской культуре. И книга это блестяще показывает, и я хотел бы поздравить авторов книги, в общем-то, с выдающимся результатом. Благодарю за внимание. Александр Александрович нам подсказывает, что нам пора заканчивать, поэтому вот я думаю последний оратор, да, у нас сегодня будет Галина Викторовна Скотникова, доктор культурологии, ведущий научный сотрудник Российского института истории и искусства. Уважаемые ведущие семинара, уважаемые присутствующие, позвольте поделиться с вами своим пониманием значения созданного труда. Я думаю, что книга является собой фундаментальное академическое исследование, раскрывающее наше недавнее советское прошлое как живую историю духа, воспринятого человеческой душой. Авторов во многом различных по своим ключевым подходам объединяет верность русскому творческому акту, то есть стремление постичь сущность явлений сквозь призму их внутреннего духовно-душевного измерения. Душа человеческая всего дороже. Таков основной мотив православия, самодержавия и всей народности нашей, писал во второй половине XIX века Федор Евгеньевич Астафьев, выразив тем самым исконно народное представление о жизненном идеале. Итак, именно метафизический подход отличает рассматриваемый коллективный труд. Метафизический подход, противостоящий доминирующему ныне позитивизму, острых дискуссий о советском времени, дискуссий, ведущихся исключительно в социологической, политологической, экономической плоскости, имеющих критико-нигилистический характер, дискуссий, перечеркивающих какую-либо ценность преемственности с постреволюционным периодом. И именно органику преемственности мы видим в данном исследовании. Говоря о парадоксах русской судьбы, исследователи исходят, я цитирую, из творческой напряженности мира, не выдерживающей однозначности суждений, как подчеркивает автор общего замысла трехтомного проекта Александр Леонидович Казин. Перед читателем предстает духовно-культурное пространство, насыщенное противоречивостью духовных исканий и позиций представителей советской художественной культуры. Осмысление их духовного стержня, преемственности с национальной традицией составляет нерв, новизну и силу представленного исследования. Я думаю, что каждый раздел, каждая статья
достойно отдельного обсуждения, рассмотрения. Но между тем я хотела бы особое внимание обратить на раздел, посвященный песне. Песня, конечно, для нас особенно имеет значение, как пишет Ольга Игоревна, песня в России сродни религии. Она способна сплотить и малый, случайный состав, и хор, и весь народ. Конечно, помним, как Есенин говорил, миру нужно песенное слово, слово живое, лирическое, проистекающее из души, что мы увидим в данном, у представителей данного исследования. Конечно, есть и некоторые опечатки, ну, наподобие такого, что первая пятилетка безбожия, начавшаяся, как известно, в 1932 году, называется второй. Однако это нисколько не препятствует восприятию книги как могучего богатыря на русском культурном поле современности. Укорененность в культурно-исторической традиции, восприятие личности, как, личности человека как части русского народа, соборной личности Достоевского, наконец, сокровенная внутренняя сращенность с прекрасным русским космосом, ядро которого богохваление, богослужение, а России петь, что стремится храм, ведет авторов по пути к очевидности. Позвольте пожелать дальнейшего успеха. Спасибо. Валентина Ефимовская. Да, тоже. Я... Дадим слово поэту. Поэта, да, наверное, да. Здесь выступать. Она поэта-критик вообще. Да, поэта-критик литературы. Вот мне что-то захотелось очень так вот передать метафорический образ этого такого сложного произведения. Я посмотрела в электронном варианте эту книгу, и она просияла светом, вот таким ясным светом, радостным. И мне почему-то вспомнилось стихотворение, строки, вернее, стихотворение Фета. «Не жизнь, не жаль с томительным дыханием, что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя». Гениальность Фета в том, что он здесь поставил глагол несовершенного вида. Огонь этот не ушел, он еще куда-то идет, и мы идем вслед за ним. Он может исчезать, как река в песках, снова разливаться во всю ширину. И вот эта вот книга, она, конечно, этот огонь собирает, возжигает в лампаде. И у меня есть такое стихотворение, я бы хотела прочитать, которое, ну, как мне кажется, передает ощущение, вот, впечатление, произведенное этой книгой. Оно посвящено картине моего друга, художника Филиппа Москвитина, на котором он изображает вид на фонтанку из летнего сада. Тем более мы тут рядом на фонтанке находимся, вот совсем рядом. Он мне подарил эту картину, и я не очень узнала этот вид, который видела, ну, с детства, я коренной житель. Я его знаю, вижу, а вот художник видит немножко по-другому это. И эта книга как раз дает представление каждого из участников видения и литературы, и других жанров искусств. И вот стихотворение, мне кажется, это передает, у него эпиграф из Анны Ахматовой. «Паровозик идет до скорбящей». Ну, в некоторых там пароходик, паровозик. На картине, кстати, тоже изображен небольшой паровозик. «Вид на фонтанку из летнего сада, виденный мною сто крат, преображен в мире мастером заданных новых координат. В них размещает художника зрение и фонари, и мосты. Так что я чувствую возвращение новой, живой красоты. Все ли в картине щемящей узнаю этот знаком дом и тот, гамма пурпурная, золотая, словно от царских щедрот. В ветреном зареве, медно звенящие, блещет и плещет река, и катерок, может быть, доскорбящий, тихо идет сквозь века». Я хотела бы пожелать вашему катерку, конечно, который уже превращается в целый большой проход, чтобы он очень громко гудел. Вот так гудите, гудите, и аудитория вот должна быть большая. Спасибо. Ну, несколько заключительных слов. Я понимаю, что все уже устали. Вот смотрю на Игоря Ивановича, который беседует со своей соседкой. Мы с Игорем Ивановичем вообще давно знакомы, даже лично очень хорошо друг к другу относимся. И я его пригласил в третий том в качестве автора.
статья Тарковским, он является вообще крупнейшим в нашей стране специалистом по творчеству Андрея Тарковского, не говоря уже обо всех других прочих областях, в которых он является профессионалом высочайшего класса, в частности, автором книги «Поиски абсолюта русской философии», например. Ну, я как бы должен сказать, что это трагический случай философа par excellence, знаете, который, кроме философии, не знает ничего. Вот для него не существует мистической реальности церкви, для него существует реальность текста. И он одни тексты противопоставляет другим текстам и думает, что он с помощью одних текстов прояснит сущность других текстов. Но текст остается текстом в любом случае. Весь вопрос в том, кто его читает и как его интерпретирует. И вот церковь отличается от философского факультета тем, что там есть мистическая реальность, и есть мистические авторитеты, которые ближе к Богу, чем философ. Понимаете? И вот именно эти.